Приглашаем всех в ближайшие выходные отметить в музее-заповеднике Старый Новый год. В субботу юных посетителей музея ждет детская новогодняя сказка, которая называется «Мечта Деда Мороза». Мы все загадываем на елку свои сокровенные желания. Кто хоть раз задумывался о том, что у Деда Мороза тоже могут быть мечты? Так вот, те, кто придет к нам в 12 в субботу на концерт, смогут узнать, какие мечты есть у Деда Мороза, и помогут ему их исполнить. Далее в 16:00 взрослых посетителей ждет потрясающий концерт «Новый год в старинном стиле», где дуэт старинной музыки Тиента исполнит рождественские новогодние старинные песни на латыни, на чешском, на французском, испанском, итальянских языках. Также в выходные, в субботу и воскресенье в кинолектории ботанических оранжерей в 17:00 пройдут две лекции, посвященные новогодним праздникам. В субботу можно будет узнать о традициях Нового года на лекции «Новый год, круглый год, лето, осень и зима», а в воскресенье «Новый год в японском стиле». Посетители лекции узнают о том, какие традиции праздников в Японии. Билеты на концерты и билеты на лекции можно приобрести в кассах музея, а также онлайн на нашем сайте архангельская.су. Для тех, кто любит покупать подарки либо хочет сделать приятное на Старый Новый год себе, мы приглашаем их в наши сувенирные магазины. Линейка новогодних игрушек, линейка пуховых варежек, шарфиков, красивых шелковых платков, а также диффузоры, свечи, которые создадут приятную атмосферу дома, представлены сейчас в наших сувенирных лавках. Приглашаем вас купить себе подарки.